Ездим только по огороду, когда грязь вообще не выездные, сидим дома. Пропасть, образовавшаяся после паводка, поделила село Дядьково на части и отрезала жителей этой части деревни от благ цивилизации. Магазины только там, все на гриве. Запасаемся заранее. Закупаем на неделю и хлеб, и все на свете. А там, когда дорога есть, то уезжаем на машине. Вот сегодня на машине съездили. Объехали вот так, кругом объезжали. Здесь мы не проедем. Вот мы так кругами проезжаем. Я вот, мне до центра доехать вот от дома. У меня получается здесь километр, а так 3,5 километра. А в непогоду и особенно в весенний паводок здесь не то что проехать, пройти нельзя. Местные жители сооружают переправу при помощи сподручных средств. Вот дети переходят, видите, как переходят по доскам. Унесли эти доски, она утром наложила воды меньше. Они перешли. В обед приходят, этих досок нет. Вода сильнее пошла, все, она давай снова городить здесь, таскать доски. Яма на яме. В непогоду легковую машину лучше ставить на прикол. Проехать может только внедорожник. Люди мечтают о нормальных дорогах. Но администрация района нам пояснила, что дорожный фонд слишком скудный. Как вы представляете, на 6 миллионов что можно сделать? У меня протяженность дорог 421 километр. Чем вот, допустим, жители села Дядьково лучше тех же жителей села Вележанки? С учетом того, что в селе Дядьково находится 5 крупных фермеров района, которые могли бы взять на себя социальную ответственность и хотя бы уже как-то помаленечку эти дороги делать. Ведь, по сути дела, эти дороги они разбивают своей крупной техникой. 3 миллиона пойдут на капремонт транзитной дороги в райцентре, пояснил глава. Оставшиеся на ремонт дорог всех сел района. На Дядьковские деньги дойдут, но их хватит лишь на то, чтобы прогредировать, да зимой почистить снег. А вообще глава района призывает жителей проявлять активность и участвовать в проекте поддержки местных инициатив, чтобы выиграть грант размером в 1 000 000 рублей. Эта сумма позволит начать восстанавливать сельские дороги. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.